Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 13T Pro. И сейчас я покажу вам, как отобразить уровень заряда батареи в процентах. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки». Далее проходим в раздел уведомлений «Центр управления». И здесь мы выбираем строка состояния. Далее у нас здесь есть индикатор батареи. И можем выбрать либо не показывать вообще, то есть графический индикатор батареи, либо показывать проценты внутри значка, либо снаружи. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.